удержание штанги за центр одной рукой, стоя к ней боком. Становимся вот так боком к штанге, беремся примерно, находим центр штанги, ну, естественно, поставим какой-нибудь вес, хотя, в принципе, двадцатки уже тоже достаточно. И беремся за центр, снимаем штангу и просто удерживаем ее. Все. За счет того, что у нас гриф длинный и немножко начинает балансировать, мы идеально ровно все равно взяться не сможем, начинает балансировать, нам сложно ее удержать, то есть это дополнительное напряжение создает в предплечьях. И так мы тренируем хват. Это же упражнение можно делать с расширителями. Накладываем на гриф, также посередине, и берем, что очень сильно усложняет упражнение. Держим максимальное количество времени, ставим и поднимаем другой стороной, другой рукой. Желательно установить изначально штангу на стойке так, чтобы вам удобно было с позиции своего роста вот просто приподнять ее чуть-чуть и держать до конца, пока она не выпадет чуть ли из рук, то есть и она не будет падать на пол, громко не будет грохотать, поэтому вот держу, не могу уже держать, она упала, и это нормально.